Уважаемые коллеги, друзья, уважаемые студенты, в канун новогодних праздников хотелось бы обратиться к вам, подвести итоги года уходящего, ну и посмотреть на год предстоящий. Этот год, который у нас заканчивается, он был для нас, для всех особенный, для кого-то непростой, для кого-то интересный, необычный. Мы много чего нового сделали в этом году. Многие планы, которые хотели осуществить, мы все-таки в другом, может быть, формате, но реализовали. Относительно высшей школы могу сказать, что мероприятия, которые мы планировали, мы провели, даже появились новые мероприятия. В этом я выражаю огромную благодарность коллективу, особенно студентам, которые помогали в всех этих мероприятиях. Но, подводя итоги, я не могу не сказать о том, что у нас впереди Новый год, год интересный. Я думаю, что он будет не менее насыщенный событиями. Мы обязательно будем искать новые форматы взаимодействия, новые способы коммуникации, раз в этом году у нас есть определенные особенности. Я с надеждой гляжу в год предстоящий, поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, я призываю вас отдохнуть, хорошо отдохнуть в новогодние праздники и с энтузиазмом, с новой энергией, как можно быстрее приступить к новым, еще не свершенным нами проектам, чтобы быстрее и качественнее и интереснее их реализовать. Берегите себя и с наступающим Новым годом!